Окей, okay, как мы начнем сегодня? У нас тут есть несколько знакомых лиц, но я думаю, стоит кратко представить всех присутствующих. Давай начнем с Крипто Джека. Да, давай начнем с Крипто Джека. Окей, okay, что ж, меня зовут Джек, и я в биткоине уже около четырех лет. Возможно, кто-то меня знает, а кто-то нет. Но да, я покупал биткоин примерно по цене от полутора до двух тысяч долларов. У меня был небольшой бизнес с дропшиппингом, который я тогда продал и все вложил в биткоин. Получил тогда 10 биткоинов, что на тот момент стоило 20 тысяч долларов. Но сейчас, конечно, гораздо больше. С тех пор я закупаюсь биткоином, насколько только могу. К тому же веду свой канал на ютубе. У меня там примерно 200 тысяч человек. Документирую свою работу, рассказываю про торговлю и тому подобное. Что ж, меня зовут DaVinci Джерами, я разработчик программного обеспечения, а также криптоэнтузиаст. У меня есть канал на YouTube под названием DaVinci J15. DaVinci J15 это просто юзернейм, который я взял, потому что думал, что никто больше его не возьмет. Я не думал, что я буду популярным или типа того. А теперь я знаменит как парень, который купил биткоин за 1 доллар, когда никто этого еще не делал. Вот такая вот у меня история. Меня зовут Крис, канал ММ Крипто на YouTube. У меня, конечно, также есть Инстаграм, ТикТок и прочее. На YouTube я стараюсь публиковать видео каждый день. В основном рассказываю про биткоин. Также про эфириум и про мой собственный проект Relaunch. И что ж, было бы замечательно, если бы вы на меня подписались. Всегда интересно наблюдать за тем, как подписчики растут, особенно во время такого медвежьего рынка, когда никому ничего не интересно. Прям бычья дивергенция. Что ж, я рад этому. Не буду рад со всеми вами поговорить после, если хотите. Всегда рад поговорить про крипто. Меня зовут Сами, и у меня также есть YouTube канал. Я торгую на криптодеривативах, то есть по большей части с плечом. На своем канале у меня максимально честный подход. Стараюсь говорить только правду, и если честно, это довольно сложно. Также стараюсь рассказывать про фундаментальные основы. В этом вся суть моего канала. Меня зовут Джей, я с канала DustyBC я по большей части рассказываю про альткоины. И также про илд стратегии. Занимаюсь я этим уже пару лет. До этого у меня также был инстаграм бизнес. У меня было около 100 миллионов подписчиков на 150 аккаунтах примерно. Но недавно я ушел из этого полностью в криптовалюты. И это было замечательное путешествие. Меня зовут Джессика, и я в криптовалютах с 2017 года. До этого занималась Форексом, а затем решила перейти в криптовалюты. Я веду свой YouTube канал начиная с прошлого года, рассказываю про криптовалюту и также занимаюсь отдельными продуктами. К тому же организовываю академию здесь, в Дубае. Вот что мне любопытно было бы спросить у аудитории. Кто зашел в криптовалюту в этом году? О, что ж, есть и такие. Мне интересно, а кто зашел в криптовалюту в 2015 -м? 16 17 2018 и 19 Окей, что ж, замечательно. И теперь мне было бы интересно узнать у тебя, да Винчи. Расскажи нам, как ты зашел в крипто. Всегда интересно послушать истории о том, как люди зашли в криптовалюты. Окей, что ж, я зашел в крипто. И также создал канал на Ютубе когда понял, что наша денежная система была большим мошенничеством. Она забирает деньги от бедных и отдает богатым. И делает она это с помощью инфляции. Я понял это и решил рассказать своей семье и друзьям. Сказал, что они и сами это могут увидеть. И нужно как-то изменить свою жизнь. И все, что они сказали, что я просто сошел с ума. О чем ты говоришь, да Винчи? Правительство у нас ворует? Да? Что ж, да, они в это не верили. В то, что правительство печатает деньги, даже не так, не только правительство, но и банки. Когда вы влезаете в долги. И вот они сужают деньги правительству, а затем наставляют на нас пистолет и говорят, «Эй, отдавайте ко мне ваши налоги, чтобы заплатить банку, который печатает деньги бесплатно». И в итоге это делает тебя рабом. И я сделал свой канал на ютубе, чтобы убедиться, что люди, защитят себя золотом, серебром или другим активом, который подорожает во время инфляции, которая определенно должна появиться. И в общем сделал я себе канал на ютубе. И я ожидал, что я спасу хотя бы одного человека в финансовом отношении, и мне уже хватит. Я совершенно не ожидал, что я буду известен. Буду среди людей, которым будет не все равно. В один день канал потихоньку начал расти, а однажды меня спросили, что думаешь по поводу биткоина. Я посмотрел на сайт и сказал, не, это скам. Я не верил, что это сработает. Я написал, что я разработчик программного обеспечения и спокойно могу прочитать исходный код и докажу вам, что это большая афера. А когда я начал читать исходный код, я понял, о господи, это же сработает. И тогда я купил свой первый биткоин, еще за 67 центов. Я тогда просто купил его на сайте через PayPal, кажется, было потрясающе. И с тех пор я начал это проповедовать. Думаю, много кто видел мое видео, в котором я пытался убедить своих новых подписчиков, которые все хейтили биткоин, Говорил, что стоит вложить в него всего 1000 долларов. И в случае, если они не вырастут, я верну вам деньги. С помощью своего золота и серебра. И в итоге на это согласилось только 5 человек. Да, сумасшедшая история. Крис, что насчет тебя? А каким изначально был вопрос? Как ты зашел в крипто? А, окей. Я зашел в крипто в 2017 году конечно же, узнал сначала о биткоине. Всего через пару лет после да Винчи. Я изучал экономику, водил такси во время учебы и копил деньги. Раньше я был прям сумасшедший тусовщик, когда начал учиться. Все тратил, потом работал в такси, опять тратил, опять такси. Я а затем начал экономить и откладывал все. Большую часть того, что я накопил, я вложил в крипто. Остальное оставил в Фиате, чтобы выжить примерно 10-12 месяцев. Я также начал YouTube. И я понимал, что это долгосрочный процесс. Поэтому я рассчитывал примерно на такое время. В итоге так получилось, что мне потребовалось ровно 12 месяцев, чтобы заработать там свой первый доллар. Поначалу все шло очень медленно. С тех пор я начал накапливать как можно больше биткоина. Старался делать это каждый день. Я думал, что это как езда на машине. Все нужно делать последовательно. Ну и в общем, да, вот такая у меня вкратце история. Для меня довольно легко было понять красоту биткоина. Все-таки я изучал экономику. И я прекрасно знал о недостатках денежной системы. Мой профессор преподавал мне макро- и микроэкономику. А до этого он работал банкиром в Европейском Центральном Банке. И он ненавидел его, поэтому ушел. Уволился и учил на студентов, насколько плоха вся эта система, про все это постоянное печатание и прочее, смеялся над инфляцией в 2%. В общем, замечательный был парень. И мне постоянно было интересно, почему же в университете об этом не рассказывали. И еще мне было очень приятно пообщаться с этим парнем на своем ютубе. Ну да ладно, когда я нашел биткоин, мне было очень легко его понять. Он похож на золото, но только лучшее. Его можно перевозить через границы, например. Нет никаких посредников. Например, сейчас, если вы захотите купить больше чем на 5000 или 10 тысяч евро, вам придется зарегистрироваться. В биткоине этого не было, и это было прекрасно. По сути, золото на стероидах. При этом рынок был совсем небольшой, у него был огромный потенциал. В общем, вот так я попал в эту сферу. И после этого очень скоро начал свой YouTube канал. Сейчас, получается, с тех пор прошло уже 5 лет тогда я был еще студентом были счастливые моменты были сложные моменты, но таких было совсем немного Что ж я хотел бы, чтобы моя история была такой же добродетельной как у людей здесь. но я здесь все-таки для того чтобы зарабатывать деньги. в семнадцатом году мне было 15 лет и я понятия не имел ни о политической ни о философской идеологии биткоина. Думаю, как и многим людям, мне пришлось усвоить то, как зарабатывать деньги на рынке. Я думаю, у многих такое. Они изначально заходят только для того, чтобы спекулировать. Но по мере того, как они глубже и глубже проникают в пространство, начинают больше читать про него, люди начинают больше осознавать все, что происходит. Все плохие вещи, которые происходят с существующей системой. Например, если вы читали книгу ⁇ Стандарт биткоина ⁇ вы понимаете, о чем я говорю. Что же, в 2017 году я был очень-очень молод. И да, я хотел просто торговать на рынке. В первый год я был просто ужасен. Это было отвратительно. Я запрыгивал буквально в каждый альткоин. Мне казалось, что это самый легкий способ. Я мог зайти в один альткоин, и уже через три дня он мог упасть. В итоге я несколько раз терял весь свой капитал и мне приходилось вкладывать все больше и больше денег. Только через год я решил по-настоящему взять себя в руки, серьезно отнестись к этому и перестать искать короткие пути. Я, можно сказать, в каком-то смысле поумнел. В тот момент я начал больше читать, намного больше. Это как раз было на медвежьем рынке в 2018 году. Как раз на медвежьем рынке ты начинаешь больше читать, больше узнавать о людях в этой сфере, в общем, начинаешь заниматься самообразованием. К тому же, я хотел стать следующим криптомиллионером. К тому же, ходил тогда на всевозможные мероприятия типа этого. И при этом они были абсолютно скучными. Я с тех времен, если честно, не могу вспомнить никого, кто тогда пользовался большим успехом. В общем, вот так я попал в эту сферу. Что ж, я бы сказал, что моя история существенно отличается. На самом деле, я занимаюсь Ютубом с тех пор, как мне кажется, лет 10 исполнилось. В 2000 каком-то там бородатом году. Также в 2017 я начал вести свой Инстаграм. Я узнал о биткоине где-то лет в 13 примерно. Потому что в средней школе все говорили про Даркнет. Мы попробовали купить там что-то, но ничего не сработало. Там слишком много скама. Позже я часто получал сообщения в Инстаграме о том, что кто-то хочет что-то у меня купить, но платить они хотят в крипто. А я ничего не знал, слышал только про биткоин и все. Просто не понимал, как это вообще работать должно. Просто подумал, что я не хочу насчет этого запариваться. Я начал изучать это и наткнулся на видео о биткоине. Там какой-то парень устраивал розыгрыш. Я решил попытать удачу и написал там свой адрес. И в итоге выиграл где-то одну сотую биткоина тогда. И тогда я решил переделать свой канал. До этого я занимался игровыми вещами, а теперь решил рассказывать о своем путешествии. Решил рассказывать, как я с нуля долларов буду зарабатывать в крипто. Я тогда также участвовал во всяких высокодоходных инвестиционных программах которые по сути были скамом, конечно. А еще там было много молодежи. Хоть работало это не так уж и хорошо. Это было забавно, но тогда это сильно меня поменяло. Я понял, конечно, что в этой сфере много мусора, но я понял, что это очень уникальная ниша. Раньше я думал об обычных вещах, типа походе в школу и прочем, о том, о чем говорили люди. А теперь начал увлекаться биткоином. В общем, я понял, что это прекрасная вещь. Я начал замечать всю красоту криптовалют. И мне нравится это путешествие. Тем более, что я встречаю много веселых и интересных людей. И мне это нравится. Да, довольно интересное путешествие. Окей, Джек, что насчет тебя? Что ж, мое путешествие началось в 2017 году. Я уже говорил, что до того, как заняться YouTube и криптовалютами, я собирался стать пилотом. Проходил подготовку. Мне пришлось накопить где-то 20-30 тысяч евро для того, чтобы оплатить свое обучение. Для этого я начал свой дропшиппинг бизнес. Продавал корм для животных. Заказывал все из Китая прямо на ходу. После чего все приходило к покупателям. В итоге мне надоело заниматься такими тривиальными вещами, и я продал эту компанию, а деньги вложил в биткоин. Тогда он стоил от полутора тысяч до двух где-то. И с тех пор я все, что делаю, это вкладываю в биткоин, стараюсь вкладывать как можно больше денег. При этом стоимость в долларах все усредняется, как и в предыдущие годы. В 2017 году было много мошенничества, были разные ICO-проекты, например. Казалось, что они будут жить, и я вкладывал в них деньги. А когда я хотел их снять, оказывалось, что они упали на 99%. И так было со многими монетами в 2017 году. Я знаю, что у многих такое было в те времена. И, конечно же, это случилось со мной. Но при этом из этого можно извлечь определенный урок. Сейчас же я стараюсь все документировать, записываю видео на YouTube о своем путешествии. При этом стараюсь обучать людей. Интересно. Значит, собирался быть пилотом. Получается, мы бы летали на частных самолетах, а Джек был бы нашим пилотом. Да, было бы забавно, конечно. Я думаю, у вас много вопросов к нашим участникам. И мы перейдем к ним как можно скорее. А сейчас мы быстро пройдемся по проектам, над которыми работают эти ребята. А уже завершимся ответами на вопросы. И думаю, начнем мы как раз-таки с Джека. Что ж, есть одна вещь, которой я очень сильно увлечен. Это помогать людям особенно в криптовалютах, не платить никаких налогов. Как вы знаете, независимо от того, из Европы вы или из Америки, с налогами все может быть чрезвычайно сложно, и никто их не хочет платить. У меня есть друг Рафаэль, и он занимался футболками с биткоином. С ним мы сейчас и работаем. Я помогаю людям перенести их бизнес сюда, в Дубай. К тому же мы предоставляем своеобразный аспект свободы, Помогаем получать паспорта с помощью инвестиций. Так что, если вы, например, находитесь в Европе, Америке или где-то еще, в Австралии, например, можете посетить Дубай, и мы поможем вам создать свою компанию и сократить ваш налоговый счет. Надеюсь, конечно, до нуля, ну или сделаем их как можно меньше. А после этого деньги, которые вы сэкономите на налогах, вы сможете вложить, например, в криптовалюты и получить больше прибыли. Воу, что ж, это довольно круто. Интересно. Я работаю над своим собственным NFT. Он называется Davitar. Можете перейти на сайт davitar.com. Если вы будете владеть этим NFT, у вас будет специальный доступ ко мне. Сможете пообщаться со мной. К тому же я буду раздавать много разных призов и тому подобное. К тому же у этих аватаров будут разные свойства. Они все будут особенными. И за счет этого они будут иметь свою собственную специальную цену в зависимости от того, что это будет за свойство. Я считаю, что это довольно интересно, и я с нетерпением жду, когда мы их выпустим. Будет их всего 915, не так уж и много. Так что, если вы заинтересованы в Давитар, вам нужно зарегистрироваться на сайте davitar.com. Да, замечательно. Я расскажу сегодня про два проекта. Первый – это V-Lounge. Конечно, запустились мы не в самое идеальное время. Прямо на вершине бычьего рынка. Ну да ладно. Запуск был отличным. Мы бесплатно раздали наши токены комьюнити. Мы создали лаунчпад для метаверс проектов. Да и по сути для разных других проектов, которые хотят получить доступ к сообществу. С помощью нашего лаунчпада сообщество получает бесплатный доступ к IDO этих проектов. Они получают бесплатные токены, бесплатные места в IDO, бесплатные NFT, а также награда за стейкинг. Наш токен падал и поднимался. Кто-то в плюсе, кто-то в минусе. Но, конечно, если вы купили на вершине бычьего рынка, тогда цена упала. В любом случае, мы усердно работаем над этим проектом и продвигаем его вперед. Мы приносим пользу проекта, и приносим пользу людям. Второй проект это Crypto for Schools. Первый сайт, кстати, vlaunch.com а второй сайт CryptoForSchools.com. В этом проекте мои амбиции в том, чтобы построить тысячу школ для детей по всему миру. Мы уже построили одну на Ибице, две в Мексике и одну в Кении. Сейчас же я работаю над проектом в Южной Африке, а также в Копанган, в моем самом любимом месте в мире. Время от времени мы собираем средства, которые также вкладываем в эти школы. И, конечно, я сам вкладываю в это деньги. Да и эти ребята, кстати, тоже жертвовали деньги. В общем, да, я надеюсь, что со временем мы расширимся и действительно создадим тысячу школ по всему миру. Будем учить детей, причем не только основам, вычислениям, языку, письму, но также и основам духовности, медитации, размышлениям, как любить жизнь и так далее. Меня, например, в школе не особо любили. Да и я эту школу не любил, и в конечном итоге меня из нее выгнали. Мне пришлось сменить школу прямо на последний год. При этом я еще бросил три университета. Я считаю, что вся эта система не особо-то и хороша. Особенно для некоторых детей. Поэтому мы стараемся искоренить старую систему и создать новую. Что ж, мой основной проект, над которым я больше всего работаю, это что-то типа торговой... Знаете, мой проект скорее о том, что значит быть настоящим трейдером. Потому что на самом деле это все довольно сложно. Я предлагаю более интимный взгляд на то, что происходит. Какие есть проблемы и какие положительные стороны. Для того, чтобы люди не торговали с кучей ущерба. И я хочу рассказывать про весь процесс. Каково это в целом быть трейдером? Рассказываю о том, как правильно следить за графиками, как правильно применять анализ, как переходить от разных стадий, когда начинать трейды. Я стараюсь рассматривать всю торговлю с разных сторон, учитывать все риски и как на самом деле стоит торговать. И все это делаю на своем опыте, потому что я прошел через все эти стадии. Сейчас я торгую на рынке довольно активно. И я хочу обучать этому других людей. Поэтому-то я и создаю этот курс. Обучающий людей всему от а да я в области трейдинга. Я собираюсь вложить в этот курс жизненно важные знания в целом о том, как правильно подходить к рынку, для того, чтобы получить приемлемые результаты и не потерять все деньги. При этом мой главный подход – это быть очень честным с самим собой и также с трейдерами. Это я в основном и пропагандирую. Я всегда стараюсь разглядывать монету со всех сторон. Пытаюсь объяснять то, что если вы не приложите усилий, не измените ваше мышление и так далее, вы не сможете заработать деньги. Все эти знания я собираю вместе и хочу подать людям на тарелке, чтобы они смогли все ясно понять. Я бы сказал, что у меня есть некоторый опыт работы в Инстаграм, а также на YouTube. И там довольно много игр, которые также нравятся и мне. Поэтому я стараюсь уделять время проектам, на которые я бы обратил внимание как ребенок. Я стараюсь продвигать криптоигры. Есть одна, которая сильно мне нравится. И ее основатели, кстати, здесь сидят. Но также мы работаем и с другими проектами, например, с музыкальными. С музыкой также все довольно сложно. Поэтому мы также работаем с музыкальными NFT-платформами, консультируя их по разным вещам. Ну и на этом все. Привет, думаю тебе также нужно представиться для начала. Всем привет, спасибо, что пришли. Я работаю над проектами, которые специализируются на брендах и знаменитостях. Стараюсь привлечь их в экосистему и предоставляю им готовое решение для запуска их собственных токенов для поддержки самих себя. Например, проекты в метаверсе или, например, NFT-проекты, связанные с этими людьми. Это то, чего никогда не существовало, и этот проект действительно сложный. И знаете, моя голова раскалывается, работаю над этим каждый день. Спасибо. Да, знаю, что ты работаешь до 6 или 7 утра. Это замечательно, спасибо. Огромная жертва для вот этих парней. Да, замечательно. Спасибо тебе. Думаю, теперь мы можем пригласить Джеймса на сцену, и он расскажет про свой проект. Привет. Я основатель проекта Magic Craft, а также у меня есть свой канал. Раньше он назывался Сток Гуру, но теперь Крипто Гуру. Но теперь я все-таки перешел в криптовалюты. Итак, у меня есть проект под названием Magic Craft. Это игра Play to Earn. Одна из причин, по которой я создал этот проект. Потому что я сам по себе геймер, а интересных игр в этой области нет. Есть, конечно, хорошие криптопроекты, но я бы в них играть не стал. Я хочу создать World of Warcraft только с Play to системой. У меня большая команда, насчитывает около 100 человек, и мы разрабатываем эту криптоигру. Причина, по которой я считаю, что это важный рынок, потому что в игры играет около 3 миллиардов человек. По всему миру. И когда этот мир сольется с криптовалютами, тогда любая игра, которую вы знаете, Лего Легенд или World of Warcraft. Да вообще любая игра на самом деле, которая может прийти вам в голову. GTA какая-нибудь. Все эти игры станут криптоиграми. Почему бы не играть в игры и не получать за это деньги? Таким образом, получится эти 3 миллиарда людей привлечь в крипто. Я считаю, что люди, которые постоянно играли в эти игры, именно они сделают криптовалюты популярными. Я думаю, именно тогда все и взлетит. На самом деле это уже начинает работать, еще с 2017 года. Конечно, есть очень много из скама, но в любом случае, далеко не все люди сейчас используют криптовалюты. Где-то 200 миллионов человек или типа того, но когда 3 миллиарда геймеров начнут использовать криптовалюты, у них будут свои кошельки на телефоне, персонажи на телефоне, карты в GTA или еще что-то, они смогут продавать и покупать криптовалюту у друзей. Именно тогда криптовалюты и станут популярными. Миллионы людей по всему миру будут использовать криптовалюты. И именно это и зажжет все пространство. Поэтому я считаю, что очень важно создать хорошую криптоигру. Замечательно, спасибо. Это действительно хорошая идея привести людей в крипто через геймификацию. Окей, у нас также есть Славик. Не хочешь с нами поговорить? Давай, выходи, расскажи что-нибудь. Привет, э, что ж, я не работаю. Ну как? Я работаю над проектом, но о нем слишком рано говорить сейчас. Все, что я хочу сказать, я считаю, что сейчас самое лучшее время для создания чего-либо в криптосфере. Это как если бы вы зашли в Google или Facebook на раннем стадии. Или как если бы вы создали новый Google, Facebook или какую-то социальную сеть. Так что, если у вас есть возможность сделать что-то в криптосфере, вы пожалеете в будущем, если не сделаете этого. Замечательно, спасибо. Также сегодня у нас есть представитель сайта nftshield.io, и он расскажет нам про NFT пространство. Спасибо вам, люди. Спасибо за то, что пришли, и спасибо за то, что организовали все это. Что же, в 2015 я купил свой первый биткоин. И с тех пор меня на самом деле очень много обманывали. Так что я со временем понял, что в этой сфере очень важны знания. Затем я начал работать с DCA. Мне очень сильно нравилось искусство. В 2015 году я начал интересоваться NFT. Был один проект, в который я полностью включился. Ушел на работу в полную ставку. И с этим меня тоже обманули. В итоге я решил создать платформу, где я буду брать интервью у каждого создателя NFT. Я привожу людей на свой канал, для того, чтобы они показали мне и людям, кто они такие. Все это нужно для того, чтобы никто никого не обманывал. Конечно, я не могу физически каждого опросить. Поэтому я не могу на 100% утверждать, что что-то не скам. Но в случае чего у нас есть компенсации на нашем проекте. Начал я его около трех месяцев назад. И сейчас проект очень сильно вырос. Замечательно, спасибо.